Доброе утро. Доброе. Перед мастером наделать пряники. Да, мама поедет посмотреть, что такое мастер-класс, да? Да. И что там вообще делают, да? Ну, как ты делаешь? Да? Что ты делаешь? Сначала тесто делаешь, потом оно засыхает, формочки делаешь. Это и разукрашиваешь. И все. Мастер-класс — это где уже научились очень хорошо делать. Ну вот. Это. Кто уже научился, это хорошо пряники делать. Да. Все, пошли. Ой, сегодня должно быть тепло, уже утром 17 градусов, да? Да, 17. Это же у нас же сегодня день станицы. Куда? Сюда. Чего? День станицы. Сегодня, кстати, тут рок должен. А сколько же у нас лет до станицы, интересно? 200 сколько-то, да? Все, я поехала, вернее, пошла. Мы приехали тут в район, в котором куча машин. Боже, как тут люди живут. Тут же не припарковаться, ничего. Это же просто ужас. И детям даже негде поиграть. Все. По машинам побегать. Да. Опять же, пока... для вафельных цветов. Там, вот таким номером. Дороже увидит. Пряники, которые мы будем делать. Олвен или как? Олаф. Извините, у меня еще старший, только 4 года. Младшему год и 4. Я еще этих... Я говорю, мне кажется, что уже нет. Пряники. У нас одно время Маша. Это для Олафа. Это для цветочков, да? Вот эти я уже залила, ну, чтобы сэкономить время. Мы сейчас с вами сердце зальем. То есть, как бы вы будете знать принцип, как это хорошо, делается, конечно. Все. Но нам надо рисовать вот это вот на сухом прянике. Алло, я заранее это заливаю. Алло, ну что, как дела? То есть, обычно я на ночь заливаю, как минимум, на ночь. Нет, смотри, срочный. Вот, или когда нужно без мяса и без яиц. Это вот как вариант, скажем. То есть раньше был импортный этот самый, да, что, как он назывался, Sugar V или как-то так вот. А потом же не было в России его долгое время. Ну, поэтому это как... И целый потом... лист теории. Одна спрашивает, а где вы такие? Ну я так потом, когда надела к Новому году, не стала ей. Так надо на руку одевать, для того, чтобы выбирать глазури. Пиши. Это жидкий айсинг. У меня нет такого звука. Так, это густая. Три ложки у меня какие-то разные. А потому что она густая, у меня точно так же. У всех. Блин, это надо детей приобщить к этому. У меня дочка будет в развивашке. Это ж долго руками. Это когда единичные, да? Вот? Ну, конечно, да. Так, вот такая вот пряник получился. Вот такой это, смело. Да, конечно, не надо бояться. Еще контур чуть дальше фломастера, да, будете глазурь заливать. И вам рисуете вот так вот себе контур, ну, для помощи. Просто это самое страшное. Знаете, как это? Ожидание реально. Густую, густую, да, тут густую будем работать. Значит, вот. Главное, тут ровненькие полосочки одинаковые поделать. Да. Тут у меня с диоксидом, видишь, поэтому чуть-чуть такой приглушенный цвет получается. Да. Значит, добавила воды. Немножечко. А, мы все-таки кисточкой. Да, кисточкой добавлю, но чтобы не было много жидкости. Отбиваю слегка, чтобы не было много воды. И начинаю такими легкими движениями, вот как румяна, да? Вот так методом тампования наносить. И несколько раз прохожу на одном и том же месте. И оно как бы вот растягивается. Ага. Растягивается, становится эффект аэрографа. Видишь, чем больше я прохожу, тем более такое растянутое получается. Прям вот. Снежок. Можно чуть потемнее, допустим, смотря в нескольких местах, тут я уже могу вот тут взять раз, потемнее. То есть сделала светлым, а теперь, вот, видишь ли? С краю. Да. Значит, девочки, вот, то есть вот так вот я еще могу, видите, добавить вот темненьким, чуть-чуть еще раз пройтись, как бы сверху потом. Это мне пряник, который я расписала. Для смотра коробочки, конечно, чем больше ассортимент, тем лучше. Да, вот мне почему-то эти коробки.
розовый. Сейчас будем видеть самое трудное. Я тоже смеешь каждый раз на краситель или что-нибудь еще. Не, и не знаешь, какой да, все время забываешь. Приходишь в магазин и забываешь. Надо все записывать сразу дома, как только мысль как, пришла. Мне как бы нет необходимости. Тоже оранжевый. Да, оранжевый. Так, черт. Кусочками будем прокрашивать. Вот, рисуем шею. Ну, как бы, я не хочу, чтобы вы сразу с лица начинали, ну, да? Да. Чтобы вам тяжело это не было. Прорисовываем шею. Вот так, прокрасили. Так, такой вот цвет для тела. Колор. Какие? Гель. Ага. А вот погода. Идем. На такси еще где-то в Турбухе видел. Да, ну, что-то тут интересное получается. Надо глаза отвести еще, да? Вот эти, да. Так, вот такая Эльза получилась блестючая. Почему у тебя такая яркая? Я сильно краску разбавила, да? Ты меньше краску она разбавляла, да? Пока ты что, голова или волосы? Волосы. Нет, просто добавь еще, если хочешь более ярко. Сейчас. Не, ну я имею в виду, что значит... И зачем как раз? Краска. А вот это вот блестки вот такие вот жемчужные. Это цветочная пыльца, да? Не, это все-таки выход даже для таких шаблоны для лепестков. Ага, это хризантема, да? Да. Бумага, как она называется? Рисовая, да? Да, вафельная бумага она называется, но сделана из риса. Угу. Гладкой стороной вниз. Так как на торты переводилки да, есть это... на вафельную бумагу. Чаще всего, если лепесточек такой среднего размера, да, мы будем его вот так вот надрезать на 1/3 где-то часть. Вот, и склеивать, чтобы у нас была форма. Чем больше я загибаю, тем больше угол вот этот вот будет закрываться. Угу. Понятно? Да, конечно. Так, это лепесточки. Средние. Большие и маленькие. Чтобы уже серебряные лепестки. Ну понятно. Да. А потом уже третий ряд. Ну это уже дело техники набивать. Алло, Сереженька, ну можете уже выезжать. Так, девочки, теперь дальше. А я просто этими тяжелыми не проходила. Это бумага. Мне физически сил не хватит такое делать. Проделайте. Ну, маленьких сначала. Ну, думаю, что мне с ними делать? А для крема, для теста они... Да. Я их как-то быстро-быстро-быстро... взяла большие теперь. Вот у меня та же беда. Они, они тонкие, они такие же, но только большие. Ну, вот рисовать ими не могу. Не обидитесь. Ой, а я свое тогда... А он уже приехал? Ну, да, я же поэтому говорю, этот верхний будет. Где твои нижние? Давай сначала вот эти сделаем. Вот это мой. Коробочка. Так, ты же забрала, да? Сейчас я еще подниму. Так, ну что, все, я вышла с мастер-класса. Перейду по Краснодару. Это ужас. Так, ну что, прянички прекрасно доехали, только вот этот вот цветочек отвалился в процессе транспортировки, потому что он не подсох. Мам, где Алика? Вот такая вот красота. Оказывается, это не Эльза, это же принцесса Анна с рыжими волосами. Точно, это мне моя Маргарита сказала с Зоечкой. Такие цветочки. Вот такая вот звезда вышитая, очень красивая. И как же без Олова. Олов вообще красавчик. Так, ну что, сейчас мы будем обмывать Кирилла Витальевича шашлыком. Сейчас сижу, не там жарю картошку, салатик я сделала. Будем сейчас ужинать. Гриша уже отмыл Кирилла, да? Так, ну что, о, уже все, картошка пришла. А, еще не пришла? Так, папуля тут готовит. Сын, а ты помогаешь папе? Да, да, к Сержине, я говорю, ну что там обмывать? А Сержине говорит, у меня все готово. Я говорю, в смысле готово? Говорю, у тебя что, четвертый сын родился, что ли? Мама, а. Корабль. Да, корабль? Да. В общем, у вас тут вкуснота. Накроют-то один раз.
пойдем. Так тут и Марсик нюхает. Да Марсик сегодня кайфанул, я ему шашлыка дал, колбасы давал. Слышь, а мы Рексу так ничего не купили. До свидания. Григорий тут ставит наши фотки. Какую печеньку? С Анной. С Анной? Это тебе расфотографируют завтра и потом с Анной. Хорошо, подарю. Да. Казалось, что это не Эльза, а Анна, да, Маргарит? Да нет. Вера, это Анна. Это Эльза? Эльза только рыжая. Перекрасила волосы. Да, рыжая Эльза. Да. Ну что, спокойной ночи, дети. Спокойной ночи. Дядя, да.